Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить изумительно вкусный и простой рулет. Растопленный сахар с какао образует изумительно вкусную шоколадную смесь. Мягкое ароматное тесто с шоколадной прослойкой заставит себя полюбить и никого не оставит равнодушным. Так давайте же скорее готовить эту вкусность. Сначала мы готовим опару. Для этого в миску я добавляю дрожжи, добавляю ложку сахара, добавляю немножко теплого молока. Все размешиваем, чтобы дрожжи растворились немножко. Добавляю ложку муки. И отставляем опару в теплое место, чтобы дрожжи подошли. В миску я добавляю 2 яйца. Добавляю сахар, добавляю ванильный сахар. И все взбиваю венчиком. Яичная масса готова. Опара поднялась вот такой шапочкой. Я ее отправляю в чашу миксера. Добавляю сюда яичную смесь. Добавляю сюда щепотку соли. Добавляю частями растопленное сливочное масло. И продолжаем замешивать тесто. Стол мукой и вымешиваем тесто. Миску смазываю растительным маслом. Миску закрываем пищевой пленкой и отправляем в теплое место, чтобы тесто подошло. Тесто подошло, немножко его обминаем. Закрываем пленкой и отправляем в теплое место, чтобы тесто подошло второй раз. Посмотрите, как у нас красиво подошло тесто. Вау, супер! Делим тесто на две части. Раскатываем. Смазываем растопленным сливочным маслом. Края оставляем не смазанными. Посыпаем какао. Сверху посыпаем сахаром. Сворачиваем рулон. Защипываем края. Выкладываем рулет на противень, который застелен пергаментной бумагой. И оставляем минут 30, чтобы тесто подошло. Рулет подошел. Смазываю его желтком. Отправляем рулет в духовку выпекаться при температуре 180 градусов в течение 35-40 минут. Смотрите, как печет ваша духовка до румяной корочки, до готовности. Вот такая красота и вкуснота у нас получилась. Готовьте и вы. Рецепт очень-очень простой. Такая начинка вас приятно удивит. И рулет улетает на ура. Это я вам гарантирую. Благодарю, что смотрели мое видео. Благодарю за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Заходите на мой инстаграм. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. Приятного всем аппетита. Всем пока-пока.